Австралия ужесточила санкции в отношении России из-за событий в Украине. Новые меры затрагивают оборонно-промышленный комплекс, а также финансовую и нефтегазовую сферы. Санкции предусматривают запрет на экспорт вооружения, а также запрет на доступ российских государственных банков на австралийские рынки капитала. Как сообщается, будет также расширен список лиц, которым воспрещается въезд в Австралию. Кроме того, санкции запрещают инвестиции в Крым. Now, Madam Speaker, if Russian troops remain in Ukraine, if Russia... Госпожа спикер, если российские войска будут оставаться в Украине, если Россия будет упорно продолжать свои попытки подавить соседнее государство, которое не причиняло ей никакого вреда, она рискует стать международным изгоем. Таким образом, госпожа спикер, я проинформирую парламент о том, что Австралия усилит санкции против России до уровня Европейского Союза. Премьер-министр Австралии Тони Эбботт занял, возможно, самую жесткую позицию против ополченцев на востоке Украины среди всех западных политиков. Напомним, в июле там был сбит пассажирский самолет. Погибли в том числе и 38 граждан Австралии. В минувшую субботу президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Барозу встретился с президентом Украины Петром Порошенко. На встрече он подтвердил, что ЕС готов ввести дополнительные санкции в отношении России в связи с эскалацией конфликта на Донбассе. Это поприветствовал и Вашингтон, который также планирует ужесточить санкции.